масштабная вырубка деревьев. Как мы видим, деревья очень хорошие. Это не сгнившие деревья, это цельные, хорошие деревья. С какой целью их режут, непонятно. Возможно, нам смогут объяснить причину вырубки. На первый взгляд, у деревьев нет никаких признаков гниения в стволе дерева, в основании. Тотальный распил. Ну, непрофессиональным взглядом можно сказать, что деревья здоровые. Но нам рабочие сказали, что это убирают больные деревья. Если честно, очень много вопросов. Мы помним, как не раз в городе так уничтожались деревья. И помним, как дендрарии вырубали в питомнике деревья под коттедж. И сейчас вот не могу исключать, что это аналогичная ситуация. Потому что мы видим, стволы деревьев абсолютно здоровые. А это парк, и фактически здесь и уничтожается центральная аллея, тень, где люди собирались, и непонятно, с какой целью это делается. Будем выяснять, не будем спешить заявлениями, но все очень-очень сомнительно и вызывает вопрос. Если кто помнит, когда сюда приходишь летом во время цветения, здесь была шикарная арка из деревьев с огромными листьями. Это был, ну, шикарный вид. Сейчас я даже не знаю, когда будет лето, и те лавочки, которые здесь есть, они не будут в тени находиться. Людей здесь будет намного меньше. Ну, привлекательность этого парка, спокойствие его уже, наверное, потеряют. Актуальность, которая есть у него, была на данный момент.